Так, это Венера. Отдельно съемки для нее. 3:11 по Киеву в Харькове. июля 2020 года. Наверное, что было низкие настройки светочувствительности. Вот тут эти огоньки, это уже огни поселка. То есть если низким горизонтом еще Венера. Здесь плотные слои атмосферы. Проходит свет, отраженный от солнца. Поэтому все виден не таким ярким и красноватым за счет частиц земной атмосферы. Но где-то там специально для тебя дубль делаю, Венера. Сейчас подождем, пока ползет в кадр. Надеюсь, она не постесняется это сделать. Все, отошел подальше. Вот так буренько она поднимается над горизонтом. Вообще сплошные атмосферные помехи, да? Резкость. Ну, в общем, да. Для комплекта зафиксируем Луну. Будем ехать по домам, собираться на работу. Ну, не самый удачный выезд, конечно, за город. Но думал, что вообще съемок не будет. А хоть что-то сняли. Даже через такую пасмурную атмосферу. Ну, зато у нас теперь совершенно хронологическая последовательность, начиная с 4 июля, 5 июля, 6 7 8. Парада планет нашего. Так, поймаю Марс или не поймаю? А вот он, Марс. Та-да-да-дам. Ты посмотри, как я вслепую начал ориентироваться. Ребята, Марс. Да, настройки светочувствительности очень низкие. Поэтому чуть-чуть выглядят очертания планеты не просто яркими пятнами, а даже видно, что они освещены с какой-то стороны солнца, где-то темная сторона. Вздохнуть боишься, чтоб камеру не поколебать. Thank you.
это уже чересчур. Будем ждать более ясной погоды. Тучки нам сегодня закрыли, и как МКС рядом сегодня пролетал, зато вчера получилась великолепная съемка, как по моим стандартам любительским. Вот она, красавица Венера. А что потом подумаешь, чтобы не разбудить? Все. 8 июля 2020 год, Харьков.